Победители и призеры весовой категории 44 килограмма приготовятся на награждение. Победители и призеры весовой категории 44 килограмма приготовятся на награждение. Победители и призеры весовой категории 44 килограмма. Подойди на награждение, пожалуйста. Tatami one, the winner is Saparbekov Alchibek, Kyrgyzstan.
the winner is Абушахинова Абиба, Казахстан. Kilo medalist, please prepare to award ceremony. On tatami 1, the winner is Musurman Dinara, Kazakhstan. Представитель команды города Алматы Азамат, представитель города Алматы Азамат и представитель города Сеул-Молодец Бексултанов, подойдите к нам судейскому столику второй татами. Бексултанов, Сеул-Молодец, Азамат Алматы. Представитель команды Душанбе на татами 2, пожалуйста, подойдите. Победители и призеры 48 килограмм приготовятся на награждение. Маликова Сапарбекова Куанышева Абушахунова. Уважаемые участники, наш турнир транслируется в прямом эфире по национальному телевидению. Пожалуйста, после объявления, пожалуйста, будьте готовы на награждение. Thank you.
The bronze medalist, Кенжибекова Бахтыгуль, Казахстан. Thank you.
за выбором. Тысяча на лик забегает. Кимика! Победители и призеры. 52 килограмм девушки. Приготовиться на награждение. Рахматуллаев Ибрагим.
The winner is Ахан Арай, Казахстан. Победители, призеры 52 килограмм приготовятся на награждение. The winner on tatami one and bronze medalist Kalandarova Sohida, Tajikistan. Thank you.
The golden medal goes to Nurdinova Gulnaz, Kazakhstan.